Uh-oh. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Мисс Лара Крофт здесь вот с нами сидит, у костерка греется. Я решил не прерывать эпизод, я записываю несколько эпизодов подряд. Но это не значит, что вы, как говорится, не участвуете тоже в этих делах. Нет, 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 сэр. Сегодня мы с вами сначала зачитаем комментарий. Любой рандомный, который вышел в этом году. У нас уже, кстати, 1144 подписчика на канале, ребят. Всем большое спасибо. И комментарий от мистера Банка. Что это? Во. Я не знаю, видите, не видите? Ну вот. Это что? Пишет он к шорцу с Эми Роуз, где мир без Соника. Как звали того серого ежика? И что за хрень в этой игре происходит? Камон, у людей герои и у людей герои животные. Нет, нормальное явление. В конце концов, антропоморфные животные, Мобиуса. И там... И что его зовут? Сильвер. Это... Ну, Сильвер. В общем, они борются со мной, с доктором работником. Эггман тоже мое одно из я. Итак, а мы продолжаем. Продолжаем. Мы здесь с вами неплохо развились, много пробились. Лара греется у костерочка. Она... Вот в эту кочку нужно срочно. Так. И нам наверх туда вот. А как мне туда надо залезть? Потому что мне нужно вот в зону... Так, подождите, дайте я сориентируюсь. Отойдем подальше. Так. Мне как бы вот туда. То есть я в любом случае вон туда вернусь. В эту секцию. Хорошо. О, а там... Ну-ка. Да, там тоже что-то есть. Давай, залезай. Молодец. Так, и главное здесь не разбиться. Помните, главное не разбиться. Так, отлично. Внимание, кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Сэр, вы идете со мною. Это я забираю. Так, и куда мне дальше? Вон туда. И каким образом вы мне это представляете? Прыжок веры делать, что ли? Ларыч, тут должен быть за... заход какой-нибудь. Только не говорите, что прыжок надо делать. Да вы спятили. Она не допрыгнет. Видите, я говорю, не допрыгнет. И где нас воскресят? Вопрос такой хороший. Нет, реально, вопрос интересный. И причем, чем мы ближе к этому храму, тем очень... сложно погружать. И Кани, да, и конечно же у костер. А, подождите, а его труп может здесь сохранился? Может он упал? Руб, ты тут? Нет его. Нету этого красавчика тут. О. Я мог сразу здесь завязать. Не жадно, не гадано, но ладно, давай.
Я не возражаю. Внимание! Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Облутай, молодец. И как они представляют, что я туда доберусь? Вот скажите мне. Каким волшебным образом Лара должна туда прийти? Вот я здесь. А как я туда должен попасть? Вот я вижу лаги. Но я не вижу ни способа, ни карабкания, ни залазания, ни черта. Лара, ты видишь что-нибудь? Вот она может где-то попрыгать. Но это максимум ее возможностей. Где-то тут какой-то перешейк есть. Тут даже зацепа не... А, точно! Кажется, я понял. О, мой косяк, признаю. Так. Кто-то верит, что пророк — это воскресший сын Бога, но сам он никогда такого не говорил. Кто-то называет его поступки чудесами, но он и это отрицает. Его истинное учение является ученикам в его скромности. Вскоре грядут перемены. Я роздал все, что имел, и полностью посвятил себя пророку. Я несу в народ его слово и обращаю в наше учение других людей из моего сословия. Увы, это разозлило знать, и хуже того, привлекло внимание западной церкви. Самое забавное, отдал все свое имущество, чтобы быть ближе к пророку. Идиот! Человек существует ради накопления и развития имущества своего. Так, вот сейчас вебку включаю. Здесь точно что-то сейчас будет. Слишком похоже на катсценочную зону. Так, а тут все сделали? А тут вроде все. Просто слишком много места для катсцены, я бы сказал бы здесь. Хотя если мы наверх залезаем... Так, извиняюсь, что проседает, даже у меня проседает. Это, видимо, из-за погоды так. Тут я уже ничего сделать не могу. Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как, наверху толком не говорят. Ну да. Слушай, ты об этом не особо распространяйся, ладно? В общем, мне кажется, их интересуют не деньги. Ты что, купился на болтовню Константина о славе и о новом мире? Да он это просто, чтобы бойцов подбодрить. Сомневаюсь. По-моему, он реально во все это верит. Хм. Получается, нас наняли религиозные фанатики. Даже не знаю. Фанатиками ведь называют тех, кто заблуждается, верно? Только не говори мне, что и ты в это веришь. Но другие ведь верят. У Троицы есть деньги и солидная поддержка. Они бы не пошли на такой риск, если бы он не был оправдан. Какого хрена? Какого? Кто это? Кров. Но это их личное мнение и суждение, ребят. Тут я с ними ничего не сделаю. Так, а нам куда? Нам сюда. Получается, да?
Ну, я ж получил зацепиться-то. Крофт, ну серьезно. Я же хотел, чтобы она ушла слон. Ну, видимо, он как-то расшатался там. Ну, кстати, это говорит о безопасности использования таких рекордов, то есть об их небезопасности. Это хороший социальный контекст. Это хороший социальный контекст. Никогда не используйте ледоруб, как чистые рукокошки. Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Что это? Это называется Лара Крофт. Давай, выходи. Сэр! Спасибо, что выбрали Лара Крофт Смерть Энтерпрайз. Я понимаю, что мне нужно прыгать. Я это понимаю. Вообще, я понимаю, что здесь очень много вороньих гнезд. Ну нет, пусть попадают. Я не возражаю. Жалко, что тут нет достижения сбить все вороньи гнезда. Это было бы удобно. А, подожди, может быть, мне вот на это, наоборот, надо приземлиться? Точно. Ну, ликвидировал их раньше времени. Никаких проблем не испытываю. Так, это вот забрали. Так. Так, это вот уже полно. Не туда как бы, но и наверх как бы. Скорее всего, мне надо сначала вот наверх. Поэтому сначала сюда. Ну вот сейчас проблем она не испытывает. А были у нее ранее проблемы. Ну ладно. Так. А, это просто... Это же... Так. Там внизу ничего нигде не валяется. А то потом ведь окажется, что здесь что-то было. Я этого не взял. Потом лезть сюда снова. Давай. Лара. Молодец. Уля. Так, вот сейчас выключим. Сохранение прошло. И чую, сейчас будет битва. Ой, будет сейчас жуткая битва. Но на всякий случай держим глаза в оба. Да, мы входим в храм, получается. И получается, подождите, вот эта вся территория, это один сплошной храм будет. А выйдем мы вот с этой стороны, и тут все тайники там будут. Точно. Вот оно. Может, он за ночь научит плавать. Затопленный архив. Найдите способ... Во, затопленный... Затопленный нам дадут с вами еще и подводное снаряжение. Троицкое только нам будет. Ну ладно, что поделать. Главное, что живы все здоровы. Все вошли. Никаких
никаких проблем не испытывает. Ой, это классическая Лара уже пошла. Мне нравится. Да, у меня проседает тоже, ребят. У меня тоже проседает. Анна. Она рядом с нами. Куда мне ускориться? Кто-нибудь подскажет? Я не знаю просто направление движения. Мне получается тут... Только не говори, что прыгать надо. О. Реально? Ну ладно. Анна, не расскажешь, что здесь да как? Она наверху, явно. Она явно здесь. Он должен быть внизу. Молодец. Убить безоружную? Это жестоко даже для тебя, Лара. Это средство самообороны. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Файли Чели! Давай, сдерни ее! Так. Держись! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Что ты сделала, когда ты предала мою семью? Я заберу Атлас, Анна! Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подам. Иди к черту! Вот именно! Я саму ладно тупо поебал в свое время. К вам. Убейте ее и добудьте этот чертов атлас! А можно ее отсюда пробить? О, давайте сначала с записи. Крофт продолжает ставить нам палки в колеса. Она сплотила народ долины, вытащила их из своих убогих лачуг и помогла одержать несколько побед подряд. Вот бы объяснить ей, как она ошибается, как нелепы ее моральные принципы. Этому миру уже не помочь полумерами. Его не спасти в одиночку. А раскрывать ему тайны святого источника — это сущее безумие.
Можно ли склонить ее на сторону Ордена? Раньше я считала, что да. Но теперь нет. Мы с ней были близки, были связаны. Но теперь, похоже, выбора нет. Ее нужно сломить. Каким образом? У меня получится. Я ломала и не таких. Ломала и не таких. Видели мы, как ты их ломаешь? Ломаешь только в путь. Давайте вот так поставлю. Пока что единственное, что тебе удалось, это сделать, чтобы Лара здесь разбила потолок. Все. Там что-то лежит. Я чую это. О. Вот не зря зашел. И все? Ни монетки, ни приветки. Держись. В темноте что-то ногу сломит. Ну-ка. О, костерчик. Это он. Не иначе. Летит. Да, у меня тоже сейчас повисло. Походу, от его мощи даже игра виснет. Посмотрите, он в воздухе, если что, он в воздухе летит. И чую, это не просто статуя. Чуйка меня не подводит. Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Она думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество. А у нас сейчас будет преимущество по выживанию. Реально надо. О, быстро заготовление толку ноль. Трупы ловушки, зажигательные бомбы. Стрел стоит. Увеличить размер, длительность существования отравляющего облака. Или кассетные бомбы, может быть, конечно. Но они. Нет, давайте все-таки облако. Во-первых, грибов полно, я их не использую. Даже на похлебку не применяет. Пусть использует. Полезный навык. Надо начинать. Надо экспериментировать. Тем более, я смотрю, мы здесь не одни. О. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. С нефтью, строго говоря. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Настолько непобедимый, что Китиш пал от каких-то монголо-татар. По-моему, повторить это в 30 раз быстрее. А потом пиши в комментарии, повторил или нет? И получился или нет? Фу, чем так... О нет, его сожгли заживо. В общем, только стрелы. Это метан. Боже! Больно. А, почему? Это же не... Да. Сделайте это. Быстро. Остановите. Я не могу. Почему мне нельзя просто... Он попросил. Я заодно болтаем. Спасибо. Так, на всякий случай выключу. Чую, сейчас будет катсценка какая-то. Кто на такое способен? Греческим огнем? Да любой, наверное. Что за чертовщина? Эти сосуды все еще полные.
Если я смогу их поджечь. Да, если сможешь их поджечь. Эти сосуды, они все еще наполнены греческим огнем. Интересно, он еще горит? Да горит-то горит. У меня вопрос возникает в другом. Смотрите, здесь реально греческий огонь. Вопрос. Кто его применил? Опередите троицу в поиске Атласа. Так. Это я заберу. О, документик. Западная церковь прислала гонцов, самопровозглашенных божьих воинов, рыцарей Ордена Троицы. Они хотят заставить пророка умолкнуть, искоренить его кощунство и положить конец его учениям. Но поздно. Мы не замолчим. Насилие стало обычным делом на форуме. Пророк знает, что нам не выстоять против них, поэтому из Константинополя нужно уходить. Мы уйдем в пустыню, начнем заново и продолжим дело пророка. Ну, да, почему бы и нет. Ой, продолжать дело пророка, ну серьезно. О, ребят, это арена. Это арена. Выключаю. Сейчас здесь точно будет какая-то миссия, вот говорю вам. Здесь будет сейчас миссия с хорошей кат-сценой. Ну, посмотрите, ну это арена, это арена. Лара, давай забираем. О-оу. Идиоты, вы карт уничтожите! Троица, они здесь. Цель обнаружена, уничтожена! Давай, Лара! Так, получено достижение. Убиваю все греческим огнем. Давай. Не повредите объект. Каким образом ты предлагаешь это сделать? Каким образом ты предлагаешь это сделать? Давай. Так, ладно, будем использовать взрывные стрелы. А что ей остается? Благо, материалы есть. Будем использовать. Они здесь. Цель обнаружена. Мы не можем ждать остальных. Всем открыть огонь! Готовьте проход! Давай, 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 давай. Ой. Давай, иди сюда, ты гребаный кусок локального дерьма. Да, не давай мне голову поднять, хоть кто-то знает, о чем говорит. Так, давай, уходим. Кувырками, уходим.
Молодец, задел. Кстати, реально работает. Мы делали с вами прокачку дополнительно. Так, отлично. Давай, выскакивай, лапа. Так, сохранение прошло, мы в безопасности. Так, все ресурсы забираем, всех облокуем. Вот это жесть, конечно. Да, мне проседает тоже немножечко. Но они, ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. О. Вот это я лучше возьму с собой. Так, облутай вот этих тоже. Все забираем, все подчистую. Никого не оставляем. Мало ли здесь что-то... Это же большое помещение, это же большой зал. Здесь наверняка что-нибудь еще лежит. И она прячется, ведь заметьте. Значит, кто-то сейчас появится. Я ничего не вижу. О, парни! Вот зря вы это сейчас. Да! Походу, это же Лара уже выпыталась. Нет, мы сейчас допройдем. А ты чё, так быстро спустились? Забрали Атлас? Другие отряды сообщили о многочисленных противниках. Будем держаться до их прибытия. Нет времени! Объект укроп! Её нельзя упускать! Давай уже! Занимаем позицию! Ну давай, занимай позицию. Иди ко мне с греческим огнем здесь. Прикрываю огнем. Прикрой меня! Прикрывающий огонь! Давай. Есть! Есть. Убиваем. Есть. Ты последний парень. Это все? Да, сохранение прошло. Да вы издеваетесь. Где вы, па? Иди сюда! Где последний? Я последнего не вижу. Ага, вот он вижу.
Молодец, хорошо сражаешься, парень. Давай, 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 ломай, 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 ломай. Сохранение прошло, мы выжили. Мы выжили. Давай, собирай, Лара. Изучаем все. О, это лекарство. Лекарственные растения нам понадобятся. Она сейчас сама восстановится. Давай, пока сделаем ей коктейльчик молотовск. Он пригодится, он пригодится. Не бывало ни разу, чтобы не пригождался. Ну, атлас мы нашли, это хорошо. Не удивлюсь, если сейчас здесь какие-нибудь документы лежат, и тут все в огне горит. А я что-то упустил. Не удивлюсь я. Столько греческого огня, кстати, лежит. Но тут говорят о неких множественных противниках. Я пока никого не вижу. Они все болтали о противниках, о множественных противниках, которые хотят их всех выебать. Вопрос, где они? Вопрос глупый и опасный, я знаю, но все же, как ни крути, он есть. Пойдем. На всякий случай выключу. Вот сейчас должны нам какую-то хорошку показать. Темные воды. Найдите способ покинуть. Нет. Сера. Здесь все может взлететь на воздух. Нужно спешить. Эй, сучка здесь! Так, нельзя всплывать. Нужно только плыть. Нужно только плыть. Если сейчас плывем, мы сгорим. Так. Ну, я сказал, если мы всплывем, мы сгорим. А куда мне плыть? Под водой стрелять я не могу. Ломать ничего я не могу. Или могу? Или нет? Давай, 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 давай. Выжила, молодец. Давай, скидывай. О! Наконец-то я могу плавать. Дыхательный аппарат. Дыхательным аппаратом Лара бесконечно долго оставаться под водой без ущерба для здоровья. Ой, какой рояль в кустах. Вот какой рояль в кустах. Но латус мы забрали. Интересно, они могут тоже под водой плавать вот эти вот, заразы? Наверное, могут. Но опять же, это Яматайские войны. Это тот же самый Tomb Raider 13-го года, вот говорю вам. Поверьте, это будет... Так. Кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь.
Давай, пророчик. Нужно разрушить последние опоры. А, вон ту опору, да? Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Почему это место похоже на арену? Реально, оно очень похоже на арену. Пидать арена. Текущая задача. Текущая задача. Мне нужно и выйти, и войти. Идти и туда, и сюда. Вот и определись, как говорится. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Вот о чем и Сэмюэл сказать. Так что давайте, ребят, на этом мы с вами сегодня прервемся. Обязательно посмотри предыдущее видео, если вдруг не смотрел. Ну и спасибо всем, кто сегодня с нами был на в этом ролике. Кто смотрел, кто комментировал, кто ставил лайки, ты прекрасен. Ну и конечно же, ребят, всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся. В славном, жутком домике с мертвецами. Удачи!